Вспышка коронавируса. Температура есть? В Японии думают, что делать с Олимпиадой. В связи с пандемией отменяются спортивные соревнования, но не все. Чемпионат мира по кёрлингу среди клининговых компаний, например, тоже нет. Было как-то странно и необычно. Я думала, что все шутят. Был очень жесткий регламент. Было тяжело реально настраиваться. Было бы стрёмно, если бы я сделала фальстарт и все, стала бы последней. Скалодром Top Point мне понравился. У нас было все, что нужно. Хорошее трение, официальные зацепки, автостраховки, хронометраж. Для тренировок на эталоне у нас были все условия. Наблюдали за инстаграмом французской, итальянской, польской сборной. Они уже там месяц-два тренируются, и, конечно же, мы там все обсуждали, такие: о, что же мы будем делать, вот на нас все посмотрят, и мы же тренируемся только 3 недели, давайте всем об этом скажем. Но, как сказал Дима Тимофеев, зато будет круче их выиграть. Мы, конечно же, не выиграли, но все равно мы молодцы. В целом меня никто не удивил, но единственное, конечно, что времена, в принципе, у топовых спортсменов мирового рейтинга были намного хуже, чем на этапах Кубка мира, что пандемия сильно сказалась на скоростях. Очень много было мнений известных спортсменов. Многие страны выставляли свой второй, третий состав, поэтому не знаю их. Единственное, кого могу отметить, это Колючку. Она хорошо пробежала, и я даже немножечко удивилась. Happy to compete again. And we started climbing only 2 weeks ago. Скорость не тренирует. Дима, вообще была самая тяжелая работа. Также хочется сказать спасибо Федерации скалолазания России за такой первый наш сбор в этом году именно в Крыму, потому что у нас получилось и набрать хорошую форму, и восстановиться. Большое спасибо всей федерации, и моей Свердловской федерации, и моим тренерам, и всем. Люблю вас!